В областной библиотеке имени Дмитрия Менделеева сегодня презентовали книгу «Воспоминания о самотлоре». Над изданием работали 7 лет. Идея создания принадлежит землячеству Нижневартовска. Они собрали воедино воспоминания ветеранов-первопроходцев о работе на месторождениях, фотографии и материалы из архивов учреждений. В книге есть отдельный раздел о жизни Нижневартовского района, о событиях, которые происходят в землячестве сегодня. Для работы над изданием была создана редакционная коллегия, которая взаимодействовала с экспертами для уточнения фактов, событий и дат. Печатное издание поддержало правительство Тюменской области. Авторы ведут невыдуманный рассказ, повествуют о себе, пройденном, прожитом, о друзьях, товарищах, о работе, о трудовых коллективах, в которых они работали и которым отдали многие годы жизни. Она полезна читаемыми будет ветеранами, полезна будет нашим детям, нашим внукам. Ей найдется место и в библиотеках.